Практика возвращения утраченной энергии. И здесь и сейчас я выражаю чистое намерение и прошу Божественный Источник, мое Высшее Я, ангелов-хранителей высших существ света, вернуть мне всю силу и энергию, которая была забрана у меня другими людьми и мной самой. Через ситуации обмана, несправедливости, обиды, зависти, вины, стресса, стыда, депрессии, гнева или насилия. С момента моего рождения и по сегодняшний день я прошу Божественный Источник очистить эту энергию, довести до совершенства и вернуть мне эту силу в уместной форме, в уместное время, направив на мое развитие, духовный рост, здоровье, процветание и радость.